Мужны, моцны и привабны. На этом тыдне вызначится имя уладальника титула «Мистер Гомель 2020». А пока лезе подрыхтовка до финального шоу, наш корреспондент Ганна Каральчук побывала на репетиции и погутрила с удельниками конкурса. Кастинг удельников конкурсу «Мистер Гомель 2020» прошел в листопаде, и амаль 3 месяца хлопцы рыхтуются до встречи с глядачами и жюри. Сёлета на сцену выйдут 11 финалистов в возрасте от 20 до 33 годов. Это студенты, инженеры, бариста, массажист, дорожный рабочий и помощник машиниста тепловоза. У некоторых есть опыт моделингу и удела в конкурсах, однако большинство вырешилось выпробовать свои силы упершиню. Я работаю помощником машиниста тепловоза в локомотивном депо. Вот. Решил прийти на кастинг, ну, проверить свои силы. Не знаю, стало очень интересно. Такого подобного ничего не было. Так, а кто, может, поддерживал там девушка? Жена, конечно. Жена. Конечно, жена. Да. Жена – моя поддержка и опора. Сказала, что ты мистер однозначно. Да, но я всегда для нее буду мистером. За час подрыхтовки хлопцы прошли тренировки по хореографии и актерским майстерстве. Удельничали у спортивных и интеллектуальных гульнях, примерках и фотосессиях. Самым складаным было суместить такий насыщенный график с навучанием и працей. Однако все удельники подошли до подрыхтовки отказно. Мотивация на перемогу высокая. Подготовка у нас очень интересная, то и затягивает. Советую всем в следующем году уже приходить, когда будет набор. Ну, у нас получается хореография, дефиле. Много времени занимает. Ну, конкуренты все достойные. Я сюда пришел не просто выступить, а пришел победить. Да, я уверен в себе. Финальное шоу будет включать 5 выходов и интервью с удельниками. Покольки конкурс пройден напередодні Дню оборонцевой отчины, у жюри будут только представницы пригожей половы. Не глядя на высокую конкуренцию и ожидание занять первое место, хлопцы относятся один до одного с повагой и амаль не хвалюются. У нас все ребята такие хорошие, добрые, отзывчивые. И уже, наверное, жюри решит, кто достоин больше этой номинации. Я могу сказать у себя, что я самый обычный парень, такой же обычный, как и наши телезрители. И, наверное, просто пожелаю всем своим удачи конкурентам. До речи, уже зараз жыхары региона могут сделать свой выбор и проголосовать за уподобанного кандидата на сайте газеты «Гомельские ведомости». Финал конкурсу пройдет 22 лютого у 18 годин у городском центре культуры. А кроме гонорового титула, переможца отримает путевку у круиз. Ганна Кральчук, Ігор Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».